Привет! Привет, Алиса! Привет, Лёва! Привет, друзья! Сегодня с Алисой и Лёвой мы будем тестировать вот такие разные спреи. Это краска у нас мелковая. Это у нас это спрей серпантин. А это тоже у нас спрей мел. Ну что, ребята, давайте попробуем? Алиса уже начала у нас что-то тестировать. Что это такое? Не надо это ядь. Спрей мел какого цвета? Вот такого желтого должен быть? Да, это давай зеленый. Прямо на столике будем тестировать. Давай. Это белый спрей мел. О, классный, смотри, какой красивый, красивый, голубой. Алисе сразу понравился он. Круто. Так, еще какие цвета у нас есть? Розовый. Розовый. Так, Алиса розовый тестирует. Обалденно ярко-розовый цвет. Самое интересное, что эти краски смываемые. Можно порисовать, поиграть ими, и они смоются. Даже с одежды. Так, следующий цвет какой берем? А это серпантины, да, Алиса, или это мел? Нет, это мел. Это серпантин. О, Лёва, серпантины, это немножечко другое. Лёва. Классная штука? Да. Как паутина Человека-паука. Это как влажные макароны. Это как будто резиновое такое что-то. Макароны. Резинка. Давай собираем. Типа зеленые макароны. Классно? Дай, дай! Алиса Лёве руку покрасила. Лёва, иди сюда! Я иду. Смотрите, какой классный цвет голубой. Я добавляю своего краски. Это серпантин. Это серпантин, Лёва. Ну, серпантином тоже прикольно. Давайте что-нибудь попробуем тут. Он тоже не прилипает. Классная штучка, да? Ну это как макароны. Спайдермен! Спайдермен! Дай! Классные штучки. Смотри, смотри, как она прикольно убирается. Как? Как резиночка. Так вот скатывается. И все, ее нет. Классная штучка. Как макароны. Это корова. Что ты нарисовала? Это корова. Корова? Очень похожа, Алиса. И на быка. Смотри, что Лёва пишет. Мимилиса. 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 Голубой серпантин? Какой красивый! Классный! Это как лизун. Как лизун? Мне кажется, как какой-то шарик просто. Ой. Резиновый. Как резиновый шарик. Как макароны. Дай, дай! Тебе все надо, маленькая девочка. Ребята, вам понравились эти приколюшки из баллончиков? Да. Да! Время весело проверить? Да! Еще будем покупать? Я думаю, да. Всем пока-пока. Пока-пока. Алиса, будем водой смывать? Да. Я фуда. Что это такое? Это ты намешала серпантин с краской? Да. Ой, какая гадость. Ну что, Алиса, давай смывать? Нет. Держи крепко. Смывай, 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 смывай. Да. Смотрите, как краска смывается. Так, папа помогает губочкой. Доченька, дай сюда еще прием. Да. Опа, опа. Классная краска. Ссылочку на другие видео, в которых мы использовали эти краски, я оставлю в описании под видео. Мы раскрашивали уже машину, мы раскрашивали велосипеды, раскрашивали даже баню.
Если вам интересно, ребята, обязательно проходите по ссылочкам в описании к видео. Ты как пожарник. Ты как пожарник, точно. Алиса у нас как настоящий пожарник. Да, надо, сама. Все сама. Аккуратненько. Вот так. Вот так краски смываются со стола. Алиса, ты такая серьезная девочка. Как пожарник. Как пожарник, да. Пожарники серьезные люди. Давай, давай. Алиска! Не хулигань. Нет, нельзя, маму. Нельзя, я не разрешаю.